Я Радзиевский Станислав Эдуардович. В прошлом он служащий, военный переводчик и дознаватель. Сейчас учитель, поэт, литературный деятель и наставник молодежи. Ученики мои были здоровы, готовы к любой жизненной ситуации. Нужно избегать этого чувства, и тогда будешь смотреть на все смело. В программе «На равных» один рабочий день с омичом, которого друзья называют Марисьевым наших дней. На равных – это значит жить в обществе и не быть свободным от общества. Смотрите в среду в 21:00 на 12-м канале.